Ладно, мои хорошие, давайте поговорим о сохранении семьи и вообще, как бы, ну, в современном обществе. Вот это важная тема. Почему? Потому что, как ни странно, главная причина разрушения семьи – это просто неправильный образ жизни. Я вам сейчас буду некоторые вещи рассказывать, которые вам могут показаться странными, но вы должны глубоко изучить эту тему. Вот, допустим, вот если у человека слабая концентрация внимания, ему тяжело работать, допустим, он капризничает или нервничает дома, у него плохое настроение, он чувствует себя психически тяжело, вот, он чувствует, что у него что-то не переваривается в животе, вот. Ему тяжело отдыхать, он поздно засыпает. Ему, чтобы лечь ко сну, нужно сначала посмотреть телевизор часа 2-3 или еще что-то сделать такое непонятное, допустим, выпить. Вот. А у него не клеятся отношения, потому что чуть начинаешь разговаривать с близким человеком, начинается скандал сразу. Ему кажется, что его близкие люди не понимают. У меня к вам вопрос. Вот я все вот это вот, ну, вам рассказал, чего человеку не хватает? Природы, правильно. Это лекции слушали, они знают. Понимаете, дело в том, что человек – это биологическое существо, понимаете? Мы заковали себя в камень. То есть мы живем в камне сейчас. Вот, допустим, давайте я сейчас вам буду интересненькие вопросики задавать, и вы будете интересненькие ответики на них слышать. Вот, допустим, если у человека слабый иммунитет, у него не хватает жизнерадостности, он имеет слабое пищеварение, у него анемия, страдает костная система, слизистые оболочки и так далее. Чего не хватает человеку? Солнце. Ну, то есть это не значит, что надо из Томска валить в Сочи. Понимаете, солнце везде есть. Просто солнце везде есть, просто солнце означает, что надо выйти из дома, понимаете? То есть когда человек выходит на природу, у него психика сама настраивается на то, что ему не хватает. Она сама настраивается. То есть энергия солнца можно получить даже когда его не видно. Понимаете? То есть энергия солнца это просто энергия, потому что есть солнечный свет, он сам по себе может вызывать перегрузку. Но есть еще тонкая энергия солнца, невидимая. Допустим, она вызывает огонь пищеварения. Вот вы можете дома сидеть или на улице, но в обед начинает хотеться кушать, да, 12 часов дня. Больше всего разгорается аппетит. Почему так действует на человека солнце? Понимаете? А в ночью, в полночь, у человека больше всего хочется спать, потому что так действует на человека луна. То есть луна дает человеку сон, отдых, а солнце дает человеку активность, жизнерадостность, огонь пищеварения там, и так далее. Вот, но понимаете, но получить солнечную энергию, чтобы получить, нужно выйти на улицу. Проблема заключается в том, что в замкнутом пространстве все эти энергии природы, они действуют очень слабо. Конечно, они действуют, но очень-очень слабо. И человеку для нормальной жизни не хватает. Но даже выйдя на улицу, вы все равно не получите в полной степени энергию солнца, потому что, чтобы ее получить в полной степени, нужно совершить одно из трех видов действий. Первое – это длительное непрерывное движение, второе – это неподвижное положение тела, и третье – это пост на воде. Вот эти три действия, они включают всасывание энергии природы в организм. Ну, то есть я вам перечислил вот эти все проблемы, которые у вас есть, у всех. Это сниженная концентрация внимания, повышенная чувствительность психическая, сниженное настроение, чувство сниженной работоспособности. Это все не то, что вы там болеете. У вас просто не хватает энергии природы. Понимаете? И, допустим, если человек чувствует, что у него не хватает концентрации внимания, у него слабеют мышцы, там грыжи какие-то начинают лезть, там, или еще что-нибудь, вот, те же миомы там. Человек чувствует, что у него
там головные боли там или еще что-нибудь болит там суставы, кишечник, запоры там и все прочее. Вот. Человек чувствует, что у него снижена работоспособность, то есть в том плане, что ему тяжело себя заставить работать даже, он не имеет воли, у него волевые функции снижены. Чего не хватает человеку? Энергии воздуха. Понимаете, что воздух, свежий воздух. Есть энергия солнца, есть энергия свежего воздуха. Она дает концентрацию внимания, силу мышцам, дает, убирает мигрени, все эти нарушения давления артериального и так далее. Это энергии воздуха. Не хватает у человека гипертонии или вены лезут. Это не хватает энергии воздуха в организме. Дальше. Если у человека сильная ранимость, повышенная чувствительность, у него расстройство гормональных функций, у женщин бесплодие, у мужчин жар в теле повышенный, дальше нарушение обмена веществ, лишний вес там и так далее. Чего не хватает? Человек не может общаться нормально, он постоянно раздражительный. Чего не хватает? Энергии воды. Если у человека нарушен сон, ему трудно спать, чувствительный сон, у него много воспалительных процессов в организме, он не может быть спокойным. Чего не хватает человеку? Энергии земли. Понимаете? И если человек в пессимистичном таком тяжелом состоянии находится, то ему не хватает пространства просто. Понимаете, человек выходит на улицу, вот это пространство, уже повышается сразу настроение, само пространство. Вот есть пять стихий, понимаете, это в детском саду, в восточной медицине изучают вот эти вещи, которые я сейчас вам объяснил. У нас не алло вообще, люди вообще об этом ничего не знают. Понимаете, что мы дети природы, мы не можем жить без этой энергии. Понимаете, теперь 50% разрушения ваших семей – это просто то, что вам не хватает энергии природы. Все. Причина – обесточенность. Вот, допустим, если вы решили поругаться друг с другом, я вам даю один очень хороший совет. Идите прогуляйтесь просто вместе. По улице прогуляйтесь, через полчаса вы перехотите ругаться. Потому что у вас повысится настроение, вам станет легче жить, просто прогуляйтесь. А если вы начнете еще совершать над собой определенные усилия, то вы вообще не узнаете себя через какое-то время. Я всю жизнь делал статические упражнения. Ну, то есть, статические упражнения продлевают жизнь человека, неподвижное положение тела. Я делал всего 4 упражнения, то есть я, сидя, ноги вытягивал вперед и вот так вот нагибался вперед. Потом поза березки, ноги кверху на шее. Третье упражнение я вставал на колени и назад вот так вот. И четвертое упражнение я стоял на голове. Все, вот 4 упражнения. Каждое упражнение у меня уходит 40 минут. Я очень долго делаю каждое упражнение. Вы не сможете так делать. На голове остаю 10 минут, остальные упражнения делаю по 40 минут. На все уходит больше 2 часов. Я это делаю раз в неделю. Вот за одно такое гимнастику у меня происходит омоложение. То есть у меня как будто заново родился. Вот вчера у меня был тяжелый переезд, я вчера сделал такую гимнастику. Вы заметили, что вчера я свеженький был? Это благодаря вот этой вот йоге.